Мы только что наконец-то доехали. Сейчас мы разместимся в гостинице. Пойдем в номер, переоденемся, примем душ. Потом пообедаем. Вот там, кстати, в конце коридора. Там обеденный зал. Пообедаем. И после обеда пойдем в эти в церкви Патри Пио. Есть такой барчик, здесь зал ожидания. С телевизором, можно телевизор смотреть. Классно показывать телевизор, только зум у меня пока настроится. Сейчас нам дадут наши номера и пойдем в номера. Сейчас только что нам открыли вот эти ворота. Там, короче, стоянка для этой нашей гостиницы. Мы в прошлый раз, наш номер был где-то там наверху. В этот раз посмотрим, какой нам номер дадут. Сейчас мой муж оставит там машину. Я пришла к нему, чтобы помочь взять весь багаж наш. Вот где-то там наверху был наш номер. А не, вот с той стороны, точно. Вот те два окна, там был наш номер. Потому что мы там на крышу потом выходили, посмотрим. Ой, хоть бы нам опять эти же номера вышли. Вот там, кстати, статуя, вот соседний. Да, я это все хорошо помню. Соседняя гостиница, и вот там Дева Мария смотрит на эту гостиницу. Вот на эту гостиницу смотрит. А, как жарко. Мы приехали, сейчас возьмем сумки, торбы и в номер. Так, это мы уже в номере, и мой муж, короче, проверяет нашего попугайчика. Вот он, мы поставили ему там камеру специальную, и вот он вот такая вот программа специальная, вот он по телевизору. Ну, а я больше сентир. А си, пусть сентир. Мы можем его слушать даже. Жука. Чирикает. Короче, нам видно, чем наш попугайчик занимается. Правда, в черно-белое, жалко. Ну, видно, да. Он смотрит на нас, Гварда. А! Как будто он нас слышит. И кому сенти? Магана чи сенти. Э, поэсера. Чао, Максик. Чао. Ну, Гварда. Чао. Чао, Максик. Посер Лусенти. Посер нон капиша, но че не су на Лусенти. Видят да то су. Может быть, он даже слышит нас по этой камере. Чао, Максик. Пошел наверх специально поближе. Прикольная такая программа. Тебела. Короче, вот такая вот у нас номер такой. Новый, кстати. Это второе здание в нашей гостинице. Мы постоянно... В прошлом году и позапрошлом году мы остановились вот в этом здании. Вот. Вот там где-то на последнем этаже. А в этот раз мы прошли по тому вестибюлю. Вот по тому вестибюлю. И, правда, лифт у нас не работал. Пришлось нам пешком идти. Ну, хорошо, хоть этаж второй всего. И нам видно кусочек вот той церкви. Вот там вот. Вот это, по-моему, это церковь. Не церковь. Нет, не церковь. Это не церковь. Вот там вот эта крыша, по-моему, уже церковь, да? Ну, короче, не знаю, не видно, жалко. Мы в прошлый раз были наверху, так нам было видно площадь нашу. А отсюда не видно, куда мы пойдем после обеда гулять. Так, Никита там душ принимает. Что у нас тут есть интересно? У нас здесь кондиционер, хорошо, прохладненько, телевизор работает. А, Так, у нас тут холодильник есть маленький. Ну, мы его даже... А че за Элора? Включено. А че за Фригу? Ну, Никитина кровать, наша большая кровать. У каждого тумбочка с лампочками, шкаф такой. Вот, кстати, в каждом номере висит портрет Падре Пио. В каждом номере. И тут у нас еще с другой стороны Дева Мария с младенцем. А здесь... Какой-то авангард, короче, можно сказать, вот эти две картины цветные. Даже с подписью, кто там нарисовал. Почерк такой, фиг разберешь, прям докторский. Мой компьютер я только что включила, по-моему, он не включился. Так, сейчас я включу его. Мне надо зарядить мой таблет. Показываю нашу душевую.
Вот такая душевая кабинка. Никита только что принял душ. Теперь моя очередь. Ага, вот какая я вся. Волосы. Я вся соленая. У меня соль на лице, на теле. Прямо чувствую. Прямо вот так вот. Она прямо пипец. Тоже сейчас приму душ. Тут, кстати, есть шампунь, есть мыло для тела. Есть даже фен. Представляете? А я с собой взяла фен. Ну, я с собой все равно шампунь этим не буду пользоваться. У меня свой шампунь. Вот. Вот такой вот душ. Там свет включается. Все такое. Я почему тихо говорю, потому что мой муж, он такой уставший. Он всю ночь ехал, вел машину, хотя я тоже дремала, почти не спала. Только глаза закрывались, потом сразу открывала, потому что спрашивала постоянно, муж, ты не спишь. В общем, все, ой, я такая никакая. Надо привести себя в порядок. Поэтому мы всю ночь не спали. В 12 ночи проснулись и поехали за свекром. И в 12:30 мы уже выехали с города. И вот мы сейчас приехали в гостиницу, как раз устроились в 10, ну пусть в 10:20. Вот так, представляете, вот сколько времени. Ну, мы еще почти полтора часа на море протрачали. Так что здоровская поездка. Все, отдыхаем, приводим себя в порядок и увидимся. Опс, ну все, мы привели себя в порядок с Никитушкой. Никита весь белым, я в белом своем платье. Ну, значит так, мы в зале ожидания, у нас 15 минут и начнется обед. Я такая уставшая, что я 15 минут назад хотела, после того, как я привела себя в порядок, хотела сделать видео, я даже говорить не могла. Ни на русском, ни на итальянском. Я отключилась просто-напросто. Я хожу как пьяная, смотрите. Считаюсь полно-напросто. Вот так тут красиво. Телевизор такой большой. Опять же, фильмы показывают про религию их, наверное, скорее всего, потому что вижу там всякие там. Дон Маттео. А, ну, конечно. Так, ну все, мы приехали. В зале ожидания никого, только мы. Вон Никитушка сидит. Мы сейчас пообедаем. Кстати, как тут красиво. Вот это вот, кстати, например, крупным планом, вот этот Падре Пио сам, а это его больница, которую он начал строить, это говорит, больница для Никиты. А сегодня Джоведи. А? Сегодня Джоведи. Джоведи, какой Никита, в новых. Хорошо. Вот эта гостиница, короче, которую Падре Пио начал для неизлечимо больных людей раком там. Как это, блин, господи, я уже забыла все эти болезни, которые смертельно больные люди сюда приезжают, в общем, или и бедных тут лечат, что такое. Телевизор включен, показывает, а мы ждем. Так, и сразу решила поговорить, вот здесь возле столовой, вот такая вот кухня, класснющая всегда, когда захожу, смотрю, вот на белом таком синем фоне, все так красиво, и по белой двери, и пол такой синенький, и даже лампочки беленькие, синие, как каёвочкой, обалдеть. Так, там то же самое, в принципе, все белое и синее. Ух, какой ветерок хороший. Я думала, дождь пойдет. Не, даже не будет. Это наша гостиница. Тут вот двор такой. Мы в этом здании. Где наши окна? А, ну вот наши окна. Вот это окно. А это окно, это и самое. Туалет. Я там наш полотенце повесила. А это тоже наше окно. Новое здание. Тут два здания в этой гостинице. Вот это вот большое дерево, это все оливы, оливки. Там Никита, помню, фотографировался 2 года назад, такая красивая фотография. Надо тоже мне туда, сейчас я мужа позову, чтобы он меня сфоткал там. Короче, мы сейчас решили пойти в номер отдохнуть, вот. А потом чуть попозже пойдем уже погулять, купим моцареллу, купим всякие сыры, салями, что тут есть вкусненькое, погуляем к церкви, зайдем. Милостыню просим, Падре Пио попросим. Ау. Сейчас сразу покажу, где вот это самое. Вот это вот первое здание, где мы обедали. И вот такой вот коридор. Сейчас мы будем проходить через Падре Пио опять же. Будем проходить через, как он называется, вестибюль. Красивую галерею. Синистра. В другое здание, в общем, где наша комната. Везде Падре Пио. Да, тут Падре Пио. Вот такой вот красивый вестибюль.
Там стоянка машин. Там вниз лестница на стоянку, можно спускаться. Мы переходим в другое здание, где наши комнаты. Вот как тут красиво. Опять же церкви Сан-Джованни Ротонду. А, просто Ватикан, да. Ватикан. Это время Ватикан. Ну, какая тут красота, верно? Красота. А мы идем направо. Мы пошли пешком. Да, Никита? Что нам на лифте на второй этаж ездить? Мы пешком можем. Все, я челку снова заколол. Потому что она длинная, мне не мешает. Короче, мы решили оставить свекра в его номере. И Никита тоже останется, а мы с мужем сами по нему погуляем. Посмотрите, где и как, и что, и как, и почему. Нам не здесь. Куда? Нам куда? А, это наш. Там лифт приехал, а мы пешком. Вот наш номер. 112. Еще наверх. Тоже там комнаты, номера. Это мы сейчас с номера свекра. В его номере. Вот видите, вот у него с окна вот такой вот вид обалденно красивый. Да, там точно море. Там Адриатическое море. Вот видно кусочки, еле-еле в этой дымке видно. Вот в прошлом году мы были вот в тех номерах, вот эти вот два окна. И нам все было тоже видно с окна, так классно было. Посмотрим, может быть вечером пойдем опять на ту крышу погулять. Вечером, а мы пошли гулять. Так, мы вышли с гостиницы, с мужем идем гулять. Смотрите, какой крутой спуск, офигеть. Но мы не вниз, мы идем наверх. Мы сейчас пойдем наверх и налево или направо, а посмотрим. Там мы проходим, здесь свой базарчик есть, тут всякие сувениры разные, тут даже детские игрушки. Ну там и сладости, продукты местные продают. Очень много. Едите более венера. Ага, так, мы запыхались, мы оттуда снизу пришли. Вот это вот лечебница для тяжелобольных людей. Мы рядом не прошли мимо, мы с другой стороны. Вот это новая церковь. А мы сейчас пойдем в старую. Падре Пио и Векья, си? А ну, questa nuova, questa vecchia. А Падре Пио dove? Да, nuova. Nuova? Ну, мы сейчас пойдем. Вот я перепутала, это старая церковь. За кем-то поехали или кого-то привезли. Но раньше, когда Падре Пио только начал строить церковь, была маленькая такая хрущевка, такая несчастная, такая малюсенькая церквушка была. И вот потихонечку она выстроилась, вот такое большое здание. Вот. А потом на все эти деньги пожертвования построили и новую церковь, еще и вот эту вот лечебницу. Молодцы какие. И до сих пор сюда очень много туристов приходят, паломники. Не только с Италии, итальянцы, даже с других стран сюда приезжают очень много. Вон тоже фотографируют туристы. Вот там очень красиво. Там вечина аква. А, нанчина чикаренти, ну бедно. Мама, я кишу. Я боюсь здесь поскользнуться. Мы сейчас пойдем под оливками. Там возле того канальчика, там такие водопадики, каскадики. Красиво. Но нас спасает, хоть в этом году ветер есть. На маленький чабент. Акуаверди. Ага. Вот это все деревья. А, джагуар д'оливи, Рино. Ага. Оливки вот уже зелененькие. Но sono maturi ancora, no? Ma quanto sono maturi, no? Autunno. Осенью они будут уже спелые. Anche il mio albero c'è sulle olive. E come kiwi, sì? Quelle piccole ce le ho. Вот видите, вот такие вот каскады, пороги. Тут идет все ниже.
Да, мой муж говорит, вода чистейшая, зеленая, верди, верди. Ma due anni fa non era verde, io ricordo era pulita due anni fa, l'anno scorso già c'era sporca. Ma sono andato dentro del cloro? No, sì, è vero. Ладно. Dentro una bottiglia di candeggina diventa tutta chiara. Как тут красиво, идем под оливками. Вдоль. Ma qua di sera luce, sì? Siamo già sul свет включается по вечерам этих лампочек. Stasera possiamo venire a fare un giro. Quando già buio? Se vuoi. Noi vediamo.